Рабочий день Михаила Изюмского начинается в 6 утра, когда весь город спит. Грязной работой мужчина не брезгует, говорит, очищать город от мусора – честный и почетный труд. Верный друг в рейде – огромный мусоровоз. Машина специально оборудованная порталом, который приспособлен для переворачивания бункера 8-кубового. Очень большой коэффициент прессования у машины, который может таких бункеров забрать довольно-таки много, чтобы вывести как бы больше мусора с улиц города Самары. Кому-то надо бы производить и эту работу. Без нас город был бы грязным. Одна машина за день работы заезжает на 40 бункерных площадок. Несколько минут, и большие емкости опустошаются. В частном секторе больше сотни домов. Через бункерную площадку люди проходят часто, поэтому специалисты «Жиллидера» вывозят отходы ежедневно. Основные трудности, с которыми мы постоянно сталкиваемся в настоящий момент, это, как мы их называем, дикие перевозчики. Это мелкие коммерсанты, которые покупают себе мелкогабаритный грузовой автомобиль, типа «Газелей», занимаются сбором строительных отходов от населения, от каких-либо организаций. И вместо того, чтобы отвозить их на полигоны, куда необходимо это делать, они их либо складывают к нам в бункера, либо на прилегающую территорию. После этого нам приходится тяжелой техникой все это собирать и за свой счет вывозить. Муниципальное предприятие «Жиллидер» обслуживает больше 200 бункерных и контейнерных площадок в Самаре. За чистоту в городе отвечает с 2008 года. Компания соблюдает все требования и правила законодательства, вывозит собранный мусор на два специальных полигона – центральный и Преображенский. Марианна Мирная, Алексей Золотенков. События.